В результате рейдовых мероприятий управлением Россельхознадзора на землях сельхозназначения Кизилюртовского района был выявлен карьер. На месте, где должны расти сельскохозяйственные культуры, коммерсанты занимаются незаконной добычей щебня. Все подробности далее в сюжете. Тонны щебня, десятки КАМАЗов ежедневно вывозятся с этого незаконного карьера в окрестностях села Нижний Черьюрт Кизилюртовского района. Участок земли Кизилюртовского района, предназначенный для сельскохозяйственных угодий, сегодня представляет собой удручающее зрелище. Карьерная выемка занимает 3 гектара, а готовые к вывозу горы песка и щебня видны издалека. При появлении госинспектора управления Россельхознадзора по Республике Дагестан работа не прекращается. Полным ходом идет погрузка теперь уже строительного материала. И кого сегодня волнует то, что уничтожен плодородный слой почвы, на восстановление которого понадобится десятилетия. В результате рейдовых мероприятий управлением Россельхознадзора в Кизилюртовском районе был выявлен карьер на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 гектара. Данная территория является собственностью администрации муниципального образования село Нижний Черьюрт. По факту выявления была проведена внеплановая проверка. Был составлен акт данного предписания, и виновные лица будут привлечены к административной ответственности. К сожалению, в управлении Россельхознадзора отмечают, что это далеко не единичные случаи, когда земли, на которых должно вестись хозяйство, уже много лет используются не по назначению. Чтобы прекратить эту негативную тенденцию, к нарушителям нужно применять самые жесткие меры. Это касается не только предприятий, частных лиц, но и администрации сел и районов, в собственности которых также находятся сотни тысяч гектаров плодородной земли. По данному факту, нарушители будут привлечены к административной ответственности. Раима Абдуллаева, Мадина Мавраева, Рамазан Амаров, Хасига Зиамарова. Время новостей.